Хасавюрт прибыл в зоопарк Тортила. На обозрение жителям и гостям города представлены разные виды диких животных – ящериц и змей. В их числе обезьяны, крокодилы, шиншиллы, игуана, удавы, черепахи, кролики – всего свыше 30 обитателей дикой природы. Посетителям разрешено не только смотреть на животных, но и, как говорится, познакомиться поближе, трогать, гладить, а самые смелые могут даже взять на руки. Одна из посетительниц, Татьяна Фролова, пришла в зоопарк со своими 2-летними сыновьями, чтобы, как она отметила, дети вживую смогли посмотреть на животных, так как в этом возрасте дети начинают познавать окружающий мир. Очень много экзотических животных. Мы только начинаем знакомство с животными и можем теперь не на картинках, а живьем познакомиться и с крокодилом, и с обезьянами, и со змеями. Очень интересно, посоветуем друзьям, знакомым. Удивительной особенностью зоопарка является то, что помещение, в котором находятся животные, по форме точная надувная копия одноименной черепахи. Для экзотических питомцев созданы все необходимые условия, учитывается и температурный режим. Из всех животных гордостью зоопарка признан огромный питон яркой желто-белой окраски, длиной в 6 метров, а также большая черепаха. Сама юная посетительница поделилась своими впечатлениями от увиденного. Я увидела вот такую большую змею, я ее боюсь. Я еще познавилась обезьянка такая большая еще. Она такая, и там какая-то большая черепаха. Ой, и вот она черепаха. Посмотреть на необычный зоопарк могут все желающие. Он размещен на стадионе имени Арсена Муртазалиева и будет находиться там до 30 октября. Детям до 3 лет вход бесплатный. Для всех любителей экзотического животного мира зоопарк Тортила широко распахнул свои двери. Бика Сулейманова, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».